Президент США не воспринимает всерьез угрозы демократов начать против него процедуру импичмента. Об этом Дональд Трамп заявил в кулуарах ООН в понедельник, отвечая на вопросы журналистов о состоявшемся в июле телефонном разговоре между ним и президентом Украины. В ходе этого разговора, по информации Wall Street Journal, Трамп оказывал давление на Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына и его будущего конкурента на выборах 2020 Джозефа Байдена. У нас состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом Украины. Все это знают. Демократы опять начали охоту на ведьм. Проблемы сейчас у Байдена. То, что сделал Байден, это позор. То, что сделал его сын, тоже. Он взял деньги у Украины. Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет играть честно. Важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, то зачем же вы даете деньги стране, которая, по-вашему, коррумпирована? Ранее Трамп допустил вероятность публикации полной расшифровки июльского разговора с Владимиром Зеленским, чтобы положить конец обвинениям СМИ, согласно которым он примерно 8 раз убеждал Зеленского оказать содействие адвокату Рудольфу Джулиани, выступающему за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Хантер Байден входил в состав совета директоров одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине, а его отец требовал отставки генпрокурора, который вел расследование деятельности этой компании.